На своих экранах вы видите оружие, обнаруженное сотрудниками уголовного розыска у 9-го километра автодороги Тверь-Ржев. Пистолеты «Глок» и «Маузер» и 272 патрона разного калибра находились в черном кейсе. Эксперты-криминалисты установили, что все патроны и один из найденных пистолетов пригодны для стрельбы. Результаты генетической экспертизы указали на владельца оружия, 41-летнего жителя Москвы. Мужчина пояснил, что оружие и боеприпасы из его коллекции. Испытывая финансовые трудности, он решил оружие продать посредством закладки на территории Тверской области. Отделом дознания ОМВД России по Калининскому району возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.